Доброго времени суток! К вашему вниманию представляем современный тренажер для отработки навыков люмбальной пункции. Он предназначается для обучения и отработки навыкам люмбальной пункции в медицинских колледжах, академиях медицинских сестер, медицинских школах и у клиницистов. Тренажер характеризуется реалистичной формой, точной анатомической структурой, мультифункциональностью, применением материала с улучшенными свойствами и прочностью. Характеристика тренажера. Для лучшего представления формы поясничных позвонков пространств между L1 и L2 не закрыто. Остистые отростки L3, L4, L5 и крестцово-копчиковый отдел являются функциональными ориентирами при выполнении пункции. Четкие признаки на эпидуральную и каудальную анестезию. Процесс обучения проводится в положении сидя и лежа на боку. Подготовка к работе. Субарахноидальное пространство должно заполняться бесцветной жидкостью. Введите 20 мл жидкости в тонкую канюлю через шприц или канюлю, соединенную с трубкой для внутривенных инфузий. Место пункции обычно находится на уровне остистого отростка между L3 и L4. Глубина введения иглы составляет приблизительно 7 см, 4-6 см у взрослых. Найдите подвздошный гребень и пропальпируйте остистый отросток между L3 и L4 и отметьте точку. Она смещается при введении иглы в остистый отросток. Продвигайте иглу медленно до возникновения ощущения щелка, прокол твердой мозговой оболочки. При получении ликвора пункция выполнена успешно. Завершение работы. После окончания работы рекомендуется протирать тренажер чистой тканью, смоченной теплой мыльной водой, и дать ему высохнуть. На этом заканчивается наш с вами видеоурок по использованию данного тренажера. С вами был Центр практических навыков. Спасибо вам за внимание.